На скакалке с флагами, на роликах, эффектными пирамидами, танцами, песнями, стихами и трюками молодежь Краснодарского края выразила свое отрицательное отношение к наркотикам. Школьники выбрали спорт. В Анапе прошел финальный этап соревнований «Кубань Олимпийская против наркотиков». Олимпийские кольца, гимны, почетные гости, цветы, шары и легкое волнение перед началом соревнований – все по-настоящему. Я очень хорошо, что не каждый из вас испытал радость победы. Я понимаю, что вы не проигрываете, но если когда вы будете проигрывать, в финале встретились сильнейшие команды Краснодара, Анапы, Геленджика, Апшеронского, Гулькевичевского, Каневского, Приморско-Ахтарского, Новопокровского районов. Кроме презентации визитной карточки, команды бегали на скорость во встречной эстафете, вели баскетбольные и футбольные мячи, состязались в бросках волейбольным мячом, импровизированном биатлоне. Прочные позиции с первых конкурсов завоевали команды Краснодара, Гулькевичевского и Апшеронского районов. Исход борьбы поменял заключительный конкурс. В синхронных прыжках на скакалке команда Гулькевичевского района за минуту прыгнула 73 раза и вырвалась вперед. Ребята заслуженно получили золотые медали соревнований и заняли верхнюю ступень пьедестала. С первого класса мы занимаемся веселыми стартами, и тут как бы представилось то же самое, только чуть-чуть сложнее, команды сильнее. У нас переполняли эмоции, у нас были нервы, мы очень боялись. Были ошибки, но мы пытались их исправить и догнать, что пропустили. В единстве наша сила, в дружбе, в упорных тренировках. Они собрались и показали то, что могут. Столько, сколько готовились эти дети, но они достойны победы. Они сделали то, что должны были сделать. На втором месте оказался Апшеронский район. Бронзу завоевали школьники из Краснодара.